Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоуроке мы разберем с вами, как устанавливать программу PogoMax Designer на ваш компьютер. Перед установкой вам необходимо скачать ее из письма, которое пришло вам на почту. После скачивания у вас будет вот такой установочный файл. Нажимаем на него двойным кликом мыши. После этого переходим в мастер установки. Оставляем русский язык, нажимаем клавишу ОК. Выбираем пункт «Я принимаю условия соглашения». Далее. Оставляем галочку «Создать значок на рабочем столе». И нажимаем кнопку «Установить». На этом установка программы завершена. В следующих видеоуроках мы разберем с вами, как запускать программу и ее основные настройки.